Судиум официально выпустят на NeoForge. Всем привет, с вами Нао. Под видео про Embedium завязалась дискуссия о том, насколько много технической жести стоит рассказывать в роликах. В итоге я смог донести свою позицию, что миссия этого канала – дать обычным игрокам Minecraft полезные вещи из задротского технического мира, но не превращая их в таких же задротов, как я и Феликс, с которым мы и спорили. Но в этом батле Феликс рассказал очень важную новость, о которой пойдет речь в сегодняшнем видео. Разработчики Sodium начали работу над версией для NeoForge. Почему не под Forge? Да потому что там недостаточно инструментов для этого. Работа над портом началась примерно с февраля. А сейчас уже можно собрать версию из исходников на GitHub, и она работает. Я был бы не я, если бы не попробовал ее уже сейчас и сравнил с другими вариантами на своем железе. Собственно, делаем билд под NeoForge. Сравним его работу с Vanilla, Optifine и Embediumом на версии 1.24 и Java 17, так как на 22-й получившийся билд пока не запускается. Как обычно, дальность прорисовки 32 чанка, все остальные настройки по умолчанию для каждого из модов. Начнем с Vanilla. Как обычно, на Vanilla все печально. Теперь поставим Optifine. Уже лучше, но на моем железе все равно плохо. В очередной раз посмотрим на Embedium. Тут уже все хорошо, и можно играть. А теперь девсборка Sodium для NeoForge, которая еще даже не вышла в публичный доступ. Что я могу сказать? Это офигенно! Конечно, на данный момент еще много нюансов. Мы пока не знаем, сколько у разработчиков уйдет на стабилизацию версии для NeoForge и поддержку всех оптимизаций. Как все эти оптимизации будут работать с другими модами на NeoForge? И получится ли ее обеспечить, не жертвуя самими этими оптимизациями, в отличие от того, как это делает Embedium. Сделают ли порты под NeoForge авторы расширений Sodium? Хотя уже сейчас автор релиза Sodium Options начал работу. Надеюсь, подтянутся и остальные. С нетерпением жду момента, когда состоится релиз, и мы получим ответы на все эти вопросы. А с ними еще больше вариантов оптимизации Майнкрафта. Если было интересно, подписывайтесь и ставьте лайки. Увидимся в следующем видео. Пока! Кстати, ссылка на мой билд Sodium для NeoForge в описании.